Сохранят на память детские мечты. 1 сентября на центральном стадионе и в парке у Вечного огня администрация города проведет праздник ко Дню знаний. Снова будет аллея первоклассников, традиционным организатором которой является компания «Интерсвязь». Первым этапом проекта «Парад первоклассников» по традиции стало массовое фотографирование школьников и опрос на тему «Кем ребенок хочет стать в будущем?». И здесь выяснилось, что с профессией пока определился далеко не каждый. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать? Я вот и не знаю даже. Я хочу стать полицейским. Ух ты, как неожиданно. А почему ты такую профессию выбрала? Это что, мужская профессия? Я хотела эту профессию, потому что там много платят, там интересно. А ты кем хочешь стать в будущем? Роботом. Почему робот тебе так нравится? Потому что он превращается в машинку. Все эти мечты тщательно записываются. Позже под каждой детской фотографией обязательно появится «Маша, буду актрисой», «Станислав, буду ветеринаром». В этом году волонтерам проекта предстоит опросить и сфотографировать более 6000 магнитогорских первоклашек. Если первый год я просто фактически фотографировал детей, как бы спрашивал, кем они хотят стать, то сейчас мне уже хочется как бы подтолкнуть ребенка к тому, что вот многие как бы не знают дети, что они хотят, а с ними общаешься, фотографируешь их, и они такие, вроде как бы фотографируют тоже интересно, кто-то там фотографом захотел стать, кто-то смотрит на своих учителей, хочет учителем стать. И вот это вот именно мне очень нравится в этом проекте, потому что дети преображаются и сами могут выбрать, что они хотят. Высокую оценку этому проекту дают и сами родители, которые считают, что эта идея родилась весьма своевременно. Я считаю, что идея просто супер. Большое спасибо компании «Интерсвязь», да, за то, что они организовали такой проект «Аллея первоклассников». А для меня, как для мамы, будет очень важно посмотреть эту фотографию, когда мой ребенок впервые пошел в первый класс, и какой он станет по выпуску школы. Ваш сын делился с вами, кем он хочет стать? Да, сын сказал, что хочет стать полицейским. Ну, я, как любая мать, поддержу идею и мечту своего ребенка и буду его поддерживать в этом направлении. Что из всего этого получилось, можно будет увидеть уже через пару дней. Вторым этапом проекта станет открытие фотогалереи «Аллея первоклассников». Она начнет свою работу 1 сентября на центральном стадионе с 11 до 14 часов. Кроме того, здесь же пройдет праздник профессии, где каждый ребенок сможет познакомиться со множеством специальностей и выбрать ту, которая придется ему по душе. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.